Владельцам 408-х привет. Сегодня меняем задние амортизаторы. Ну вот, блин, все уже разобрано. Начал снимать, как разбирать надо. Ну такая нудятина получилась. Решил все это удалить нафиг и просто так быстренько рассказать, что почем. Так, амортизаторы вон. Выбирал по всяким отзывам разным туда-сюда. Выбор пал на ТРВ. Вроде фирма крутая. И вот что меня подкупило, то что они не Китай, а Франция. В итоге оказалось, что шток тоньше. Вот так на излом амортизатор чуть-чуть люфтит. Ну, как бы на задних амортизаторах это не принципиально. Так вроде жесткость неплохая. А самое главное, что у них радует, это приятная цена. Фантастическая. Я не помню сколько, но так я был рад, что даже забыл. Так, чтобы снять старый амортизатор, надо будет головку на 16. Какую-нибудь ВД-шку в нижний болт смазать. Резьбу чистим, болт нижний 13 на 16, ключи нужны будут, откручивается легко, верх вон там 16, открутил, снял амортизатор, радуемся. Так, вот здесь вот подвох небольшой, вот здесь вот гайка, которая крепит шток, она посажена глубоко в опору, открутить можно, в принципе, легко, ну, когда все смазано, почищено, а вот закрутить придется повыпендриваться. Здесь надо будет ключик на 6 или там тиски какие-то и какую-то хитрую головку. Есть вообще специальные ключи для закручивания амортизаторов, таких вещей. Но, блин, здесь на 16. Я думаю, будет сложновато найти такой ключ. Будьте готовы к этому, если собираетесь менять амортизаторы. Так, из прелестей, о которых стоит рассказать еще. В инструкции я там много всякой фигни начитался, так и не понял. Они общие инструкции на все амортизаторы. Единственное, что я понял, что надо их прокачать 5 раз вот так вот. Хоп, туда-сюда, перед тем, как устанавливать. Прям спокойно сжать его до нуля и дать ему распрямиться до вот такого свободного состояния. Все, 5 раз. Потом можно ставить. Второе, что нужно отметить, это вот это нижнее крепление. Верхнее крепление можно сразу прикручивать, а вот нижнее нельзя. Даже в инструкции написано, что вот это нижний сайлентблок, вот он затягивается только на машине с полной нагрузкой. Ну, наверное, там тонкости перевода все-таки. Мне кажется, все-таки нужна не полная нагрузка, а средняя нагрузка, чтобы вот этот сайлентблок по жизни был в расслабленном состоянии и не изнашивался. Про это не забывайте. Все остальное здесь никаких хитростей нет. Вот единственная хитрость вот с этим. Даже не хитрость, морока. Вот с этой гайкой. И вот затягиванием сайлентблока. Все, надеюсь, кому-то что-то помогло. Номер того, что я поставил вот этого чуда, я напишу внизу. Смотрите, ну лучше, наверное, взять какой-нибудь что-нибудь помощнее, допустим, тот же Бильштайн, хотя он чуть-чуть подороже.